Спасибо вам. Живу в Слободовске. Женат. Имею 6 детей. 3 девочки, 3 мальчика. Зовут их Илья, Кристина, Карина, Николай, Иван и Юля. Я их очень люблю. Мне 40 лет. 20 лет вообще отдал половину своей жизни в работу, в работе. Работал за границей. То там, то там. Где обманули, где... Ну, смотря на каких людей попадался. За границей я занимался строительством. Можно сказать, мастер-универсал. В последнее время мне не удалось найти достойный заработок. Добиваться чего я хотел. И пришлось приехать домой уже. Жили всем как дома. Вот, в селе занимался и занимаюсь строительством. В последнее время в печи строю. Все довольны как бы. Ну, как-то нас жить надо. В селе постоянно вот ищу постоянно работу. Ну, не получалось никак. То там работал, то там работал. Где платят, где не платят, где ищут подешевле. К сожалению, супруга заболела. Ее забрали к себе, она до сих пор на лечении. Я в данный момент один. Я как не являюсь законным отцом детей, детей тоже органы опеки решили забрать на время. В данный момент один дома. После того, как детей забрали, я не смог себе место найти, не знал, как дальше жить, быть как. Как-то неожиданно все это произошло. Я встретил достойных, хороших людей, которые протянули мне руку о помощи. Спасибо им, много всем они помогли мне. И морально, и во всем. Я очень благодарен организации КОПФОР за поддержку. Очень много нам помогли. Спасибо им большое. Мне просто слов нет. Благодаря этой организации они нам помогли дровами, коммунальными услугами, платежи за должности. Но самое главное, устроили меня на работу. Я стал человеком официально. Очень спасибо большое. Я восстановился. Стал человеком. Но самое главное, перед нами задача вернуть детей и восстановить семью, как она и была раньше. Это я очень хочу. Спасибо.